Всем привет, с вами Коба. Добро пожаловать на Advanced RP Blue. Это первый ролик в этом году. В общем-то, много изменений произошло. Я поставил себе анимки новые. Сейчас я в Якудзе на третьем ранге. Меня сразу же почему-то инвайтили. Вот и бизнес у меня теперь появился. Магазин 24/7. Это закуп Vagos. Вот сейчас вам покажу финку. Ну, тогда я купил 2-го, 3-го 36, и вот за вчера 55. Но за сегодня, не знаю, там 1030 уже есть, я снимал их. То есть за завтра тоже там уже. Ну, в общем, окупается все. Окупается дом. И это главное. То есть я еще и выхожу в небольшой плюс. Где-то там. Ну, в общем, я посчитал примерно. В месяц у меня будет 1 600 000 чистой прибыли, то есть вполне реально купить ее там за года два. Вот, даже меньше. Ну, там бывают дни, когда финка 100 000 вообще. То есть это же закуп, это по-разному все. Иногда гетто заморожен там, да, и так далее. Вот. Убрал я уже зиму, потому что нет никакого настроения дальше с ней играть. Все, ничего хорошего не будет происходить в жизни. После зимы всегда как-то так трудно, не знаю, вернуться к нормальной жизни. Мне даже впадло было записывать ролики. Вот вам покажу сейчас закуп. А, естественно, я сменил ник, потому что в Якудзе. Вот тоже Сакурай. Мой новый никнейм. Пришлось мне продать турик. Продал я его за 1 950 000. Вот, чтоб на бис хватило. Ну и плюс там улучшил его, насколько мог. Ну, самое важное поставил, это понижение. То есть вот $500 в день всего лишь аренда. Вот, то есть дополнительный склад для продуктов я купил. Ну вот, сотрудник мне нахер не нужен. Компания рекламная, ну, тоже, в принципе, зачем. Вот. И тут классно же, типа, обнова, аптечки теперь можно покупать. То есть 5 аптечек можно купить. Ну, то есть до хилища просто аптечек можно купить. Давайте купим масочку еще. 3 сразу же. Можно еще купить, да? Да, то есть хоть сколько... А, нет. Ну, ладно. То есть только 3 маски можно носить с собой. Это обломно, конечно. Ферс Смит. Ну, в общем, не знаю сейчас. Давайте возьмем ган. Поедем на Айк, если там еще кто-то есть, конечно. Так, GPS. Якудза. Вот, сначала до дома. Зарплата у меня сейчас небольшая, 4077 долларов. Вот, ну, в принципе, это не так уж и плохо. Вообще, ВП, конечно, на третьем ранге побольше, но тут же, типа, еще можно ее увеличивать как-то. Там не без вары, или без вары, но какие-то. Ну, в общем, обнова же для мафии вышел, вы знаете. Я думаю. Вот. А, передаю привет человеку, который продал мне бизнес. Я, правда, не помню твой ник. Извини меня, пожалуйста. Ну, надеюсь, что ты посмотришь это видео и не обидишься. Так, взять оружие. Не знаю, патронов давайте 100 возьмем. Игла. И на вертолете дальше полетим. Вот еще финт у нас сколько тут? 174 человека всего лишь. О, ну, видимо, сейчас кто-то поедет на их, поэтому давайте сразу отправимся туда. Мияги Астабан, вот это классный очень никнейм.
А, я не помню, я, по-моему, даже вообще, наверное, не смогу даже пользоваться складом в мафии. Типа третий ранг, он не очень-то и большой. Вот. А, и ну, естественно, розыгрыша на лям не будет, потому что там даже 100 лайков нет. Я говорил в ролике, типа, когда будет много лайков, ну, если даже сотка не набралась, это мало. Я рассчитывал там на 200, на 400. Но никак не на 90, там, 7. Поэтому нет, ребят. Да, тем более ляма у меня уже нет, так что... Вы видите, все как хорошо. Вы не ставите лайки, я... Не делаю розыгрыши и покупаю бизнес. Не знаю, блин, меня раньше вкатывали HD-дороги всякие. Я вот сейчас смотрю, нет ничего красивее, никакая зима, чем просто родные дороги в GTA San Andreas. Они же просто топовые. Ну, а, ну нам же нужна еще машина. Ну нет, нам по-любому надо ехать сейчас на особняк нашей семьи. Потому что... О, администратор Витория Сальвати, почему она не сменила ник на рождественский? Странно. Ну-ка, это Део интересно менял. Да, Тадеус... А, Тадеус серый не менял тоже. Но он сейчас что-то вообще не играется. Не знаю, админ ли он вообще еще. Надо посмотреть, как тут этот ранг повышать в мафии. Мне интересно, какая тут ЗП на 7-м, там, 6-м ранге. До него, я думаю, докачаться. Тут же, по-моему, не надо 7-му рангу отыгрывать 5+. Вот. Далеко, конечно, располагается дом. Авианосец и особняк. Ну что делать? Зато есть вертолет. Слитки. А у нас даже ничего тут и нет. Надо, наверное, перепарковать вертолетик. Не, на крышу я потом не уеду тогда. Для чего здесь магазин одежды сделали, лол? Полный бред же. Его кто-то держит. А, нет. Ну и правильный смысл. То есть, типа, классно. Все стоят у входа, ничего не делают. Очень здорово. Четыре тысячи семьдесят семь в час на человека. Взять патроны. А, ну, а, склад закрыт, понятно. А, нет, вот-вот можно сделать же. 80 единиц. 30 патрончиков. Понятно. Капец, какие тут все конченые, конечно. Просят деньги друг у друга. А смысл вот так вот стоять-то здесь, типа, и чё? Смысл? Ладно. Давай, давай, сядь за руль. А, нет. Неужто ты адекватный?
Очень классно. Не знаю, что делать в мафии вообще. Типа тупо ЗП качать. Смысл здесь на высокий ранг какой-то вставать. Где-то хоть можно, но ездить по армиям, воровать патроны. А здесь вот вечером, когда онлайн, типа, пиковый. Кстати, блин, вообще тупо очень, то, что на Blue даже в Новый год маленький онлайн. Максимум там было 600, это очень мало. Потому что в прошлом году онлайн был где-то 800. На Purple сейчас все ушли, вообще все, кто на Blue играл. Даже Гая в том числе, типа, ушли на Purple с Blue. И сейчас вот на Purple там под косарь. Но это на Новый год, наверное. Потом будет меньше. В общем, хз, что делать здесь? В этой мафии. Может, я разберусь там. Ну вот, судя по тому, что там 4 человека стоят перед входом, уже довольно большое количество времени, я часа 3 назад вступил, потом вышел, пошел погулял, вернулся, они до сих пор там стоят, это очень классно. Моя идея, если что, они реально верят, что там сейчас друг другу бабки, да, будут кидать. Ну-ну. Удачи 300 раз. Да и хер нападешь сейчас в одиночку ж нельзя, типа, навик. Да и некуда мне складывать ящики с патронами. В общем, вообще все довольно странно. Тут куча военных. Если я даже начну ПГшить, меня сразу же застрелят. Вот чем занимается 113 человек. Ну, 12 человек еще. 4 ухода, а остальные где? В общем, ладно, не получится у меня напасть навик, и я умер и потратил 100 дигла. Ага. В общем, огромное всем спасибо за просмотр. Это первый ролик в году, и он очень познавательный, интересный, качественный. Я его очень долго монтировать буду сейчас. Все, что я сделаю, это две склейки у меня получилось. Их объединю и зарендерю в качестве 1080p 60 FPS. Хотя мог бы сделать это в качестве 4K 60 FPS, но мне очень лень, потому что рендер будет идти кучу времени. Вот поэтому извините и всем до свидания.